Фестиваль «Этнофэшн» состоялся в Кызылорде. О вреде вейпов будут рассказывать в школах Казахстана. А вот девушку, упавшую в узкую трубу на юге Казахстана, не удалось спасти. Все это в выпуске «Республиканских новостей». Фестиваль национальной одежды «Этно Фэшн» прошел в Кызылорде. Он организован в рамках проекта креативной индустрии «Один шаг к бренду». Коллекцию собственных работ представили 17 местных дизайнеров. Около сотни классических и сценических моделей одежды оценивали по нескольким критериям. Отражение национального колорита, подача образа и национальное украшение. Особый интерес у зрителей вызвали этно-чапаны, жилеты с пуговицами из конской кости, одежда из войлока. Главная цель фестиваля – сохранение национальных ценностей и культурного наследия.